я покажу, от чего снесет голову абсолютно любому мужчине. Вот. Чё, и все, что ли? Вообще не снесло голову. Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Ну, понимаете ли, в чем суть ситуации? Чаечки думают, что если мужчина полноценный, он хочет ее, у него все поднимается, как бы. Да нет, есть и такие, конечно, там, пиздозависимые, я извиняюсь, да? У меня как это происходит, ребята? Я люблю женщин, обожаю, я люблю их любить, так скажем, да? Но если будет дело принципа, ребята, у меня даже если шишка встанет, я ее не трахну. А потому что вот, ну вот так вот, да? Потому что это не наркотик, это всего лишь, ну такой, знаешь, ну тортик, пироженка такая, да? Могу скушать, а могу и не скушать. Так что, чаечки, с оленяшками это прокатывать, с нормальными мужчинами, да, мы вас хотим, мы вас любим. Ну, на все согласны мы тоже не будем, потому что, блин, ну, слабенькое искушение. Да, да, классно, приятно, супер будет, как бы там попка, там, да, там, тити, там, тело, там, и так далее. Это все классно. Но, опять-таки, если у мужчины есть сила воли, хренушки два вам.